Привет! У нас с Викой сегодня игра, да? Скажи, мы играем. Папа Рапунцелем. Всем привет, папа Рапунцель. А я? А ты? Как тебе? О, я злая Маша. Я забираю всех заек. О, выиграла, я Вика выиграла. Как же так? Зайчик, его захватили Маши. Мы же уже выручали. Ай-яй-яй, что нам делать? Нам надо вызвать Машу колдуна, чтобы она наказала других Маш, да? Вот у тебя есть шапки, болотная Маша. Мне кажется, она очень сильная. Она сядет в танк и выгонит других Маш. Возьмем, давай собачку с собой возьмем, она нас защитит. У меня есть тоже собачка и Хлоя. Топ-топ-топ-топ-топ-топ, мы все идем выгонять Машу. О, отдайте нам закиса, да? Ой, все, мы прогнали их в другой лес, да? Все, закис, ты свободен, ура, ура! Классно, да? Теперь будем жить, не тужить, правда, Вика? А я? Да. Все, мы... Да, денем. Мы спасли Закиса, Закис пошел спать. Все. А я? Помочь тебе одеть? Давай я тебе помогу одеть. Ой. Да, не тут. Неправильно. Да, все, мы спасли Закиса. Мы должны немножко пойти поспать. Завтра будет новый день и новые приключения у Маши с Хлоей и с Рапунцелем, да? А пока деткам скажем пока? Не хочешь деткам пока говорить? Ну, папа скажет, попрощается за тебя, да? Всем пока-пока, смотрите наши приключения, ставьте лайки. Пока-пока!